Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор пустых баночек за, получается, за январь месяц, за целый месяц, целый мешок банок. Итак, считаем: 20 баночек от Oriflame и 3 баночки от других производителей были использованы. От Oriflame 257 баллов по ценам текущего каталога. Получилось по сумме, если считать по цене каталога, на 15 097 рублей, а по ценам для консультанта 12 078 рублей. Экономия составила 3000. Очень выгодно иметь скидку 20%. Каждый месяц мы экономим 3-4-5 тысяч, а бывает даже больше. Так, а от других производителей 3 продукта, стоимость их составила 954 рубля. Итак, рассказываю все подробно. Итак, первое — это бальзам оттеночный для нейтрализации желтизны. Мне его рекомендовала моя парикмахер, когда я выходила из черного цвета, и вот появился такой какой-то желтоватый оттенок. Я его использовала не всегда, но вначале использовала более активно. Кстати, я его смешивала с маской для волос или с кондиционером и наносила на всю длину, и действительно получался цвет более такой живой и интересный, уходила вот эта вот излишняя желтизна. Мне продукт понравился, и я бы его с удовольствием повторила. Кстати, так, две баночки закончились. А что закончилось-то? Шампунь и маска для волос. Мне прислали на обзор фирма EcoBox вот такие маленькие ведерки, шампунь и маска. Получается, стоимость одного ведерка, ссылки будут прямо под этим видео прикреплены, вы можете сами посмотреть, 275 рублей. Я считаю, что это очень дорого. Объем 120 миллилитров всего, но продукция действительно хорошая. Использовался в основном Миша. Для меня эта форма, вот это вот ведерко открыть, ведерко закрыть, очень неудобно. И я первый раз попробовала, второй раз попробовала, говорю, все, я этим пользоваться не буду, потому что, ну, это просто действительно неудобно. Продукция тоже понравилась, как бы, да, отзыв хороший. Моя любимая баночка — это омега-3 от Oriflame. Кстати, в третьем каталоге будет с большой скидкой такая банка. Здесь 60 капсул хватает на месяц, поэтому можно смело брать. Как я всегда говорю, омеги много не бывает. Она нужна каждому с рождения и до бесконечности. Ой, пакетик, кусочек мыла. Кстати, про это мыло разное говорят. Я его пробовала, когда оно только появилось, и, честно говоря, даже забыла впечатление и решила попробовать в этот раз новый кусочек. Положила его на кухне. Слушайте, мыло-то классное, оно реально приятное, не растрескалось, не потекло, никаких соплей от него. Супер классное мыло с апельсиновым вкусом, серия Vitacare. И на него очень приятная всегда цена, то есть ценник на него классный. Это моя любовь. Конечно, экологен больше моя любовь, но это крем для кожи вокруг глаз, серия Novage Ultimate Lift. Очень удобно, что здесь есть дозатор, капельку выдавили. Обожаю все с дозаторами, чтобы не надо было пальцами лазить в баночки, потому что лопаточки для меня тоже не всегда удобны. Вот такой крем, хватает его примерно на 3 месяца. Я им пользуюсь и утром, и вечером, наношу на зону вокруг глаз. Он быстро впитывается, и мне нравится эффект. Эффект у серии Ultimate Lift — это подтяжка, то есть когда мы пользуемся серией полностью, подтягивается контур лица, подтягивается кожа, то есть она значительно становится более упругая, взгляд открытый, потому что возрастные изменения, они неизбежны, что бы мы ни делали, какая бы ни была прекрасная генетика, условия жизни, все равно возрастные изменения, они будут, и лучше заботиться о своей коже с молоду. Не экономьте на своем лице, как говорит одна моя знакомая. Это тоже моя любовь. К сожалению, сняли с производства и заменили на другой бальзам. Это бальзам был BB, а потом появился AZ бальзам. И вот AZ мне совсем не понравился. Кстати, во втором каталоге вышла новинка. Попробую, обязательно запишу обзор или сторис, все расскажу свои впечатления, потому что его предшественник был просто никакой, для меня ужасный, горчило во рту, неприятные такие вкусовые ощущения и по запаху. Этот же,
этот можно вдыхать и вдыхать. У него легкий аромат клубники, легкий персиковый блеск на губках, то есть ну это вот просто моя любовь. Губы увлажняет, все делает чудесно. Когда была распродажа, я взяла себе 4. Нет, я взяла 5, один все-таки меня выпросила подруга, 4 взяла, 11 использовала, и у меня там 3, буду дальше ими пользоваться с удовольствием, пока срок годности позволяет. Тушь для ресничек, моя любовь, серия 5 в одном, и это была эксклюзивная серия к Новому году с дуохромным эффектом. Я особо эффекта не увидела, но тушь мне очень нравится, у нее бесподобно удобная кисточка, и она делает такие красивые мои ресницы. Вот когда ресницы капризные, вот у кого капризные, тот меня поймет. Если уж подберешь тушь, то сразу в нее влюбляешься и трясешься, лишь бы ее не сняли с производства. Вот я надеюсь, что эту тушь никогда не снимут с производства. Она у нас есть классическая 5 в одном, есть угольно-черная бывает, праздничные упаковки есть XXL. Вот они мне все нравятся, кисточки. Ну, чуть-чуть отличаются, но незначительно. Масло для волос Элио. Масло ночное, его рекомендуют наносить на ночь. Нанесли, утром голову помыли, наверное так. Но я на ночь никогда не наносила. Я наношу его на чистые волосы, влажные, утром. То есть я мою утром голову, просушиваю слегка волосы, потом беру масло, 3 капли или 4, наношу прям вот так в ладонь, растираю, согревая в ладошках, и переношу на волосы. Масло напитывает волосы, и они становятся похожи на нормальные человеческие волосы, потому что иначе они у меня сухие, ломкие, они путаются, не расчесываются, я с ними ужасно мучаюсь. Если бы у нас не было такого масла и сыворотки для кончиков, я даже не представляю, мне пришлось бы, наверное, на лысо стричься и отращивать заново волосы. Паста зубная закончилась, это отбеливающая паста, она правда классная. Я недавно ездила к зубному проверить состояние зубов, потому что целый год не была, как началась эта пандемия, все не до себя. Все посмотрели, кстати, нашли одно местечко, которое подремонтировали. Вот, и я ей говорю, мне не нравится цвет зубов. Она говорит, да ты что, у тебя идеальный цвет зубов. Я говорю, ну как это, они же желтые. Она говорит, нет, у тебя прям реально хороший ровный цвет. И я как раз перед этим пользовалась где-то, наверное, недели полторы как раз вот отбеливающей пастой. Ей не нужно пользоваться постоянно, для эмали это тоже не есть хорошо, когда вы всегда отбеливающими. Я делаю курс, например, 1,5-2 недельки отбеливающей, потом я ее убираю, где-то через 1,5 месяца я к ней снова могу вернуться, 1,5-2 месяца. Поэтому расход у этой пасты всегда у нас небольшой, ее надолго хватает, и мы больше пользуемся защитной, травяным комплексом, гель-пастой освежающей, а это у нас идет чуть подольше. Лак для ногтей, красивейший оттенок, 305-31, Ruby Rose. Ну, какая-то роза, очень красивый цвет, но лак очень давно у меня подсох. Я просто его открыла, поняла, что там он еще есть, но он так густо-густо наносится, уже нереально просто. Я решила, что ему нужно сказать до свидания. Лаки шикарные в Oriflame. Так, это отдала дочка свой бочоночек. А какой здесь был? Абрикосовый аромат. Это смягчающее средство с ароматом абрикоса. Потрясающий, один из моих любимых продуктов Oriflame, потому что смягчающее средство позволяет ухаживать и за губами, и за кутикулой, то есть все, что сохнет, пятки, колени. Я вот, я не знаю, я все и мажу, особенно локти. Вот локти сильно сохнут, особенно сейчас зимой, много за столом стали сидеть еще. Почему-то у меня левый сохнет больше, наверное, он постоянно так, а это я то пишу, то рисую, а здесь локти лучше, здесь грубее, поэтому я все время мажу смягчашкой. У нас вся семья ими мажется. У Миши даже смягчающее средство лежит всегда в кармане в куртке. Если мы куда-то едем, я такая: а у тебя смягчашка с собой? Он такой: конечно, достает. И я в дороге всегда мажу кутикулу, потому что, ну, а чем заниматься? Я нанесу, делаю массаж в это время. Смягчающее средство напитывает кутикулы, поэтому у меня всегда такие красивые ногти, такие ухоженные. Ну вот куча комплиментов получаю, хотя я к профессионалам не хожу, я сама их всегда обрабатываю. Что я держу в руках? Это моя любовь.
Это маска серии Swedish Spa. Маска спа, она с согревающим эффектом, с маслами. И ее, когда наносишь, сразу так горячо становится лицо, вот прям горячо, так приятно. Потом это, правда, проходит состояние. Ее нужно прям держать, по-моему, 5 минут, 5-10 минут. Мы ее подержали и потом горячим полотенчиком снимаем. Ну, я не всегда полотенчиком делаю, правда, буду вам с вами честна. Я беру нашу губку желтую для снятия масок, я ее мочу в теплой воде и ей снимаю. В общем-то, мне не до полотенчиков, если честно, делаю вот таким образом. Гигантская пена для ванны, она была, по-моему, в позапрошлом или в прошлом году. Наверное, в прошлом, да, такая была. Она у нас так долго нам служила, уже даже надоела, уже вышла новая пена. И мы ее, знаете, как использовали последнее время, я ее вылила во флакон из серии Essence Eco, нет такого флакона здесь, с дозатором. И когда собачка приходит с улицы, очень удобно, пенка ту-ту-ту, намылили, лапки помыли, все смыли. То есть вот эта пена для ванны, она была у нас многофункциональная. Мы и сами с ней купались, и собачку купали. Вот, собачка у нас тоже модная. А тут можно, знаете, просто всплакнуть на этом месте, поставить паузу, поплакать и продолжать, потому что это средство купить уже нельзя, к сожалению. Это средство для интимной гигиены Феминель. Оно было в единственном таком роде. У нас всегда были средства там с алоэ, там с пионом, да, с ромашкой и так далее. Сейчас новая серия, они все прекрасные, мне все они нравятся, но вот этому равных не было. Оно всегда было дороже, просто вот, ну, очень намного дороже, чем обычные средства для интимной гигиены, но оно того стоило. Я его всегда себе заказывала, и это был последний флакон, который я берегла, и никто им не пользовался, только я. Вот он закончился, я его оплакиваю. Ну что делать, дальше живем дальше. Масло, ой, а тут капелька масла почему-то у нас так много масел открытых, мы ими и купаемся с ними, я в ванну добавляю и просто ношу на тело после купания, чтобы хорошо увлажнить кожу, и делаем постоянно друг другу массаж. Мы очень любим массаж делать, поэтому масла у нас просто улетают. Вот такое масло из серии Love Potion Soul Tamping, оно роскошное, но его тоже уже нельзя купить, по-моему. Сейчас у нас из масел есть к заказу только масло с миндалем и авокадо, а еще в серии Swedish Spa. Иди кс-кс-кс. Идем, хотел же прийти, это тоже моя любовь, заметили, да? Практически ничего не говорю, что я не люблю, потому что когда уже долго работаешь в компании, уже знаешь, это хорошее, это надо брать, и уже я беру те продукты, которые проверены и точно работают. И это средство для снятия водостойкой косметики с глаз, серия The One. Оно двухфазное, когда вы новое получите, оно будет так напополам разделено, сверху прозрачное, внизу голубое, по-моему, так, или наоборот, надо же, столько лет пользуюсь и не помню. Да, по-моему, внизу голубое. Надо его взбить, нанести на ватный диск, прижать к глазкам, подержать, и просто два движения вниз и к носу. Я удаляю практически на 100% макияж, потом только остается чуть-чуть вот в ресничках протереть. Это единственное средство, которое мой макияж удаляет на 100%. Не мицеллярная вода, не средство розовое, тоже серии The One. Было в серии Novage очень дорогое средство, такое голубое, то есть с дозатором, такое классное. Не убирала у меня макияж абсолютно. И даже вот сейчас у нас все хвалят гидрохильное масло, которое тоже чудесным образом удаляет макияж. Меня тоже до конца не удаляет макияж, поэтому я молюсь, что вот это средство будет всегда в Oriflame, потому что другое у меня не снимет просто макияж на 100%. Вау, вот это классная штука. Ну, не знаю, буду ли я когда-то перезаказывать, почему-то он у меня очень долго был, не знаю почему, этот крем, хотя очень понравился. Это крем для ног, такой интенсивное питание, увлажнение, и он в виде лосьончика. Мне, конечно, очень понравилось то, что он с дозатором. Ой, капелька осталась, последняя была капелька. Он такой легкий, вот просто вот невесомо. И мне кажется, я его не использовала быстро, потому что он такой дорогой, я его все берегла и все время открывала новые крема и не использовала. У него
легкий аромат, приятный. И что в нем от необыкновенного и отличает от всех других кремов Oriflame, то что когда вот другие крема, они более какие-то вот жирные, густые, даже вот их как-то чувствуешь, но я их всегда на ночь наношу, поэтому утром-то я уже ничего не чувствую, а этот вот он просто лосьон, и он такой гладкий, вот он впитывается, и ноги такие гладкие. Наверное, надо повторить, вкусно так рассказал, что самой захотелось. Так, что это закончилось? А, для зоны декольте. Как быстро стареет вот эта зона шеи, декольте. Мне кажется, я не знаю почему, по идее руки должны стареть быстрее всего, потому что на них огромная нагрузка, постоянно мы готовим, возимся в воде, а вода у нас нехорошего качества, и руки всегда на солнце, всегда то там, то там, да, почему-то вот эта зона, мне кажется, быстрее стареет. Поэтому есть специальный крем для зоны декольте, пользуйтесь, чтобы вот эта зона была более, ну, красивая, и все время следите за осанкой, потому что когда мы начинаем так просаживаться, да, вот, ну, вот как-то провисаем, спина горбится, шея уходит вперед, и у нас почему-то вот быстрее старение идет. Поэтому следите за осанкой. Ой, микрофон убежал. Следите за осанкой, чтобы, ну, вот когда тянитесь, будете выглядеть всегда лучше. Так, закончился мой любимый крем для рук. Кстати, я не сделала запас, хотя я заказывала его несколько раз перед Новым годом, и его уже не было на складе. Он не маленький, он был большой, я его разрезала, использовала до последней душистой капли. Вот это яблоко и корица, это мой любимый. Яблоко и корица же? Я могу ошибаться. Но это супер крем просто. Если когда-то он будет в каталоге, к нему еще в комплекте идет мыло. Мыло как ручной работы, такой полупрозрачный. Apple прям, Apple, яблоко плоское. Очень крутое мыло. Мыло у меня есть. Так, тональная основа, серия Giordani Gold с SPF 15. Это у нас, значит, какая? Минеральная. Очень классная тональная основа. Просто моя любовь. Хотела поцеловать. Моя любовь, потому что, ну, с ней такое лицо классное. Ну, вот просто супер. Вот все, что нужно для взрослой кожи. То есть, если вам 25+, то вот смотрите на эту тональную основу. Она очень круто работает. И растекается по лицу красиво, и подстраивается под цвет кожи, поры не забивает. Для меня самое главное еще, чтобы поры не забивало. Какой краской красится Лиля? 9.0. Откуда у нее? Запас сделала. Я знала, что краски не будет до 4 каталога, поэтому я себе закупила несколько штук даже с запасом на будущее, на всякий случай. И крашусь я раз в месяц сейчас. Вот представляете, когда я была брюнеткой, мне кто-то пишет: тебе хуже такое, вернись в черный цвет, ты. Ребят, не вернусь никогда, потому что кто меня поймет, у кого седые волосы уже появились, потому что с черным цветом через 3-4 дня уже видно отросшие корни. Волосы у меня растут очень быстро, я же пью постоянно витамины. Так вот, представьте себе, эта краска помогает мне теперь красится раз в месяц, а раньше я каждые 2 недели красилась. Экономия какая, и по времени, и по затратам. Краска супер, ждем в 4 каталоге, выйдет новинка, будем пробовать новую краску. И последняя коробочка, даже не баночка, тут пусто. Коктейль клубничный Wellness, Wellness Balance. Обожаю наши коктейли. У меня был прям вот перерыв, я их долгое время не пила. Одно время мы их пили вот много лет без перерыва, коктейли, витамины. Потом как-то коктейль я забросила и реально долго не пила. Потом послушала опять же наших тренеров, и меня осенило, почему же я не пью такую полезную, такую нужную штуку. У меня стоят эти коробки, да, запасы. Смотрю, надо пить. Сейчас гоняю дочку, пьем вместе, я пью, потому что это очень полезно, очень вкусно для всего организма. Изучайте wellness и будьте здоровы, будьте прекрасны. Если видео полезное, пишите в комментариях, какие ваши любимые продукты совпадают с моими, пишите продукты, которые вам, может быть, не подошли. Все интересно, все принимаем, все обсуждаем, потому что прежде всего мой канал для того, чтобы обмениваться опытом, информацией и делиться полезняшками.
Спасибо вам за внимание, супер вам, отличного дня, классного настроения и успехов во всех делах. Пока-пока!